am the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Я голодный. Ура! Пора найти ифтар! Выглядит вкусно. Село. Жареная курочка. Шашлык. Да-да. Что бы мне выбрать? Прошу вас, выбирайте все, что хотите. Все отлично. Я хочу это. И это. И то. И тоже это. И это. И то, то, и это, и то, и это, то, то, и это, и то, 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 и то, то, и то, то, и то, 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 и это, и то, и то, и то, и то, и то, и то. Это будет вкусно. Азан! Уху! Вперед! О нет! Уже комат! Пора молиться! Живот! Что бы съесть на ифтар? Ассаламу алейкум, дедушка. У меня есть угощение специально для вас. О, пирожные? Альхамдулилля. Спасибо, сынок. Эй, такси! Эй, ты! Сэр, вот немножко угощений на ифтар. О, спасибо! Простите, офицер. Моя мама одолжила мою лицензию. Лицензию нельзя одолжить. Это для тебя, бро. А это для вас, офицер. Вау, теперь вам не нужно выдавать мне штраф, офицер. Давайте просто пойдем на ифтар. Мечтай! Все, еда готова. А, азан. Альхамдулилля. Бисмилля. Я люблю финики. Так освежает. О, жареная курочка. Прости. Я должен оставить тебя ненадолго. Но я вернусь скоро. Иншалла. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. You are not the best Muslim. الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Пошли, пошли, молитву, пора на молитву. Муслим, левел ап! You are the best Muslim!
am the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. You are not the best Muslim. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawm Al-Din. Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Отлично, пора на намаз. Пошли, пошли, молитву, пора на молитву. Muslim, level up! You are the best Muslim! I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Автоматический сенсор. Вода. О нет! Мне нужна вода! Очищайте себя от мочи, так как большинство наказаний в могиле связано с ней. Чистый и свежий. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Идеально. Я хороший мусульманин. Вы разговариваете со мной? И все-таки я лучший мусульманин. Готовы? В бой! Yeah.
Muslim level up! You are the best Muslim! I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мне так грустно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня прекрасный денек, не так ли? Вау, ва алейкум ассалам. Да, вы правы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. О, здесь так ярко. Не указать ли мне вам на то, что приведет вас к взаимной любви, если вы будете это делать? Распространяйте между собой приветствие. Салям. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Альхамдулилля, Курбан Байрам так близко. Я пожертвую Курбан в этом году. Уху! Но сначала мне стоит проверить баланс. Отлично! Я легко смогу купить козу. Уху! Пам-парам-пам-пам, там-та-дам. Что это? Воу! Это приставка последнего поколения. Ха, Play Shaitan 5. Так обалденно. Но если я куплю ее, мне не хватит денег на козу в этом году. Нет, я должен пожертвовать курбан в этом году. Это так соблазняет! Я должен сопротивиться! Я должен быть сильным! Беги! Можно мне козу на курбан, пожалуйста? И вы должны поторопиться, пожалуйста! Простите, сэр, мы не продаем здесь каос. Мы продаем... Вы не понимаете, мне нужна коза, сейчас. Я имею в виду, сейчас. Но мы не продаем коз. Это игровой магазин. Почему вы не предлагаете игру? Мне нужна коза, а не игра. О, нет. Пожалуйста, не заставляйте меня покупать Play Shaitan. Нет. Кто заставляет? Пожалуйста, не заставляйте меня... Хватит! Нет! Почему вы заставляете меня ее покупать, а? Ладно, и раз ты настаиваешь, вот мои деньги. Пожалуйста, вот ваша PS5. Хе-хей, у меня новая PS. Время сыграть.
А? А? Ты не лучший мусульманин. Попробуем снова. Этого хватит, чтобы купить козу. Сэр, PS5 по невероятной скидке. Купи одну и получи одну бесплатно. Пожалуйста, заходите в наш магазин. О, последняя PS5. Несколько минут спустя. Ассаламу алейкум. Вы покупаете бэушные игры? Да, мы покупаем. Я хочу продать все мои PS. PS4, PS3, PS2, PS1, PS0, PS-1, PS-2, PS-3, PS-4. И все диски на улице. Воу! Это лучшая коллекция, которую я когда-либо видел. Зачем вы их продаете? Я намерен принести в жертву корову в этот Идуль-Адха, потому что я хочу стать великолепным мусульманином, таким, каким был пророк Ибрахим. Уровень мусульманина повышен. Ты лучший мусульманин. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Запостить. Да, меня лайкнули. Лицензию и регистрацию, пожалуйста. Да, меня лайкнули. Работай. Да, меня лайки. Алло. Да, меня лайкнули. Достаточно! Бисмилля. Опубликовать. Величайший пост этого тысячелетия набрал гигабиллион репостов. Господь наш, прими от нас, воистину, ты слышащий, знающий. Ты лучший мусульманин. I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Нет, нет, нет! Я опять опоздал! А? Где? Где мои ключи? Ага, нашел! Так, давай! Запустить двигатель! Шлем! Надеть! Что? Кот? Плохой кот! Плохой! О, нет! Я уже опоздал! Нужно поторопиться! Стой! Я еще без шлема! Не проблема, пока полицейские не найдутся, да?
Вперед! Максимальная скорость! Эй, ты! Давай, давай, шевелись уже! Вперед, больше мощи! Полиция? Если меня поймают, мне конец. Нет, сука! What should I do? Move away! The police is after me! Так, круто! Я тоже так могу. Это было из-за пончика. Простите, мэм. Прыжок! Перекат! Ладно, я в порядке. Это из-за наггетсов. Прыжок! Давай! Давай! Ладно. Это невозможно для меня. О, боже. Наконец-то! Я смог. Теперь я в безопасности. Он тоже пришел! Простите, мистер Т-1000, я не буду это делать больше! Простите, мистер Терминатор! Помогите! Выход? Я слишком крут. А? Боже. Простите, офицер. Я торопился. Мне нужно было подбросить свою маму. Твоя мама что, черепашка-ниндзя? You are not the best Muslim. Рано проснулся? Отлично! Почитал намаз, сделал дуа. Отлично! Теперь я могу идти! Надел шлем и помолился для безопасности. Теперь я готов идти. Бисмиллахи рахмани рахим. Пока, брат! Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ассаламу алейкум, дедушка. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар. А? Что это было? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ассаламу алейкум, офицер. Ага, красный свет.
Тебя словно подменили. Алхамдрилля. Теперь у меня есть лицензия с собой. Нет, я не про это. Ты сегодня спокойнее. Wait. Hey. Where did that kid go? Куда делся этот мальчишка? There he is. Вот он. С ним все в порядке? Послушайте, мои дорогие друзья, только при постоянном поминании Аллаха сердце найдет истинный покой. Прекрасно. Его слова такие трогательные. Вау, чел! Я хочу быть таким же крутым! Хорошо сказано. Ты стал реально стойким парнем. Какой хороший человек. Я стану лучшим мусульманином. Муслим, левел ап! You are the best Muslim! I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Время зухур намаза. Ну ладно, следующее шоу. Зарута, серия номер 333. Я слишком ленивый, чтобы двигаться. Давай, давай! Ну, оп! Поймал. Хорошо, хорошо работа. Спасибо, спасибо. Мне нужно поесть. Я голоден. Но я не хочу идти. Нога. Хорошо, нога. Ты сможешь это сделать. Давай приготовим завтрак. Где же молоко? Где молоко? Мусор. Почему я это не выбросил раньше? Ага, вот оно. И, конечно же, мои любимые хлопья. Ага, вот и они. Погодите секунду. О, нет. Уже пусто? На опять. Хорошо, нога. Ты знаешь план. Мама! Мама, смотри! Нога! Да, дорогой. Аллах Субхана ва Тааля наделил нас лагами, чтобы мы могли идти туда, куда захотим. Мама! Нога! Мама! Да, дорогой. Я знаю. Что за дела? Нет. Где же хлопья? Где? Стоять, не двигаться! Этот помчик был вкусным. Хоть тебя и называют лучшим мусульманином, то, что ты сделал, подобно сыну шайтана. А? Нани? Убери свои ленивые ноги с моих глаз! Бойся моих уничтожителей бита рук!
Чел, что за дела? Вообще-то я хотел тебя разбудить. Целый час. Потому что я смотрел, как ты спал целую ночь и целый день. Так что ты пропустил зухур-намаз. Стой. Ты серьезно? Я действительно пропустил зухур? Нет. Нет! Нет! Да? Да. Да, ты попадешь в рот. You are not the best Muslim. Саске, я не могу поверить, что ты уже выучил 10 джузов Корана. Я одолею тебя. Да ты боё! Да, достаточно сегодня развлечений. Давайте сделаем что-нибудь продуктивное. Сордева, ваташи гаматама, суберешу мецу мина. Супа спеша фуддо, бесто муслимо намба фо. Кто-то сказал еда? Особая еда? На японском? Йоши, сорвайяру, бисмилля. Погоди-ка. Хлопья — это особая еда? Чел, она обычная? Чел, даже обычная еда может быть особенной, но только избранные могут это доказать. Те, у кого сильный и стойкий дух. Погоди, разве у лучшего мусульманина сильный дух? Йоу, это круто! Хлопья, они выглядят фантастически! Попробуйте, ребята. Я не думаю, что вкус хлопьев достаточно хорош для меня. Это так вкусно! У-ху! Вкусно! Это должно быть вкусом справедливости. Класс. Зухур намаз через несколько часов. Пойду в мечеть. Я не продал ни одного мороженого сегодня. Какой плохой день. Да. $1 сойдет. Никого нет вокруг. Эй, парень, ты обронил свои деньги. Спасибо большое, что сказали, сэр. Вау, мороженое? Могу ли я купить одно? Да, малыш. Какой хороший парень. Альхамдулиллях, я продал мороженое. Что это? Аллаху Акбар, чей этот кошелек? Уж точно не мой. Что это тут? Я хочу купить мороженое. Пожалуйста, раздайте его всем, кого вы встретите. Продолжайте в том же духе, сэр. Ваши тайные поклонники. Он тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный прощающий. Ты лучший мусульманин!
I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Yay! Бро, я такой красивый. Мне нужно сделать селфи для моего инстаграма. Ха! Четко. И результат... А! Мои глаза! Вода! Вода! Сначала нужны несколько фильтров. Ага! Ты, без сомнения, лучший! Кто-то поставил лайк! Я слишком красивый! Дилетант! Итак, красивые волосы для красивых людей! Ха-ха-ха! Ха! Духи! Что ж, думаю, красота требует жертв. Идеальная поза для селфи. Интересно, сколько у него лайков? Неплохо. 500? Чел, у тебя так много лайков? Ну, конечно же. Если у тебя будут волосы, как у меня, высокие и большие, каждый будет удивлен. Это занимает слишком много времени. У меня нет часов. Дай посмотреть на твои. Поторопись уже. Блестящие туфли? Есть. Гладкий костюм? Есть. И самое главное... Великолепные волосы. Эй, стой, стой, не снимай мои волосы! Послушайте сюда, бедняки. Волосы — это ничто по сравнению с становлением лучшим. Я скажу вам, в чем секрет успеха. И это... Деньги, деньги, деньги! О, ты голоден, котенок. Ты хочешь немного вкусной еды для своего животика? Да-да. Вот твои деньги. Иди купи сам. Я не твой хозяин. Все, уходи. Стой. Не уходи пока. Потому что сначала нужно сделать селфи. Она моя маленькая кошечка. Без сомнения, я лучший. Помогите, помогите, пожалуйста. Вот, позвольте мне вам помочь. Помочь вам потратить все эти деньги. Эй, бежим, быстрее, давай. Почему все люди вокруг меня такие жестокие? Жестокие и жадные. You are not the best Muslim. Ты чувствуешь, что ты недостаточно хорош? Хочешь стать лучшим, но ты не знаешь как? Не печалься. Тебе нужно только зарядить свою жизнь самыми лучшими, хорошими делами. Миссия выполнена. Станьте лучшим, поливая цветы. Кушай, толстый братан. Я забыл это. Кошачья еда. Так. О,
Привет, абсолютно нормальный кот. Как ты сюда попал? Впрочем, вот и тебе. Что? Эй, стой! Человекоподобный кот! Я хочу стать лучшим мусульманином! Постой! Нет, я не буду искушать еду. Эй, да почему? Ты же кот, не так ли? Вы можете стать лучше, давая еду животным. Как же мне перейти дорогу? Похоже, кому-то нужна моя помощь. Пешеходный переход так далеко для моего возраста. Разрешите помочь, дедушка? Вы хотите перейти дорогу, верно? Подождите минутку. Альфред, нужна машина. Молодой человек, вы простудились? Не, дедушка, это просто мой голос Бэтмена. Я имею крутой голос, да, ты крутой точно. О, что это? Это автомобиль или поезд? А, наверное, это лимузин. Нет, дедушка, нет. Это авто! Хорошо, я понял, молодой человек. Мобиль. Вау! Я даже смог провести каникулы в твоем авто. Автомобили! Вы хотите стать лучшим? Просто помогайте людям. Прекрасно! Не-не-не, в той стороне, дедушка. Просто помните о том, что сказал наш пророк. Лучшие люди — это те, у кого лучший характер. You are the best Muslim! I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. А, новая серия «Я лучший мусульманин». Посмотрим. Босс, придержи дверь! О, ну уже! Ха! Надеюсь, сработает. Стоп, это дипломат летит в мою сторону? Ох, господи! Босс! Одну секунду, пожалуйста. Ну, я и везунчик, я опять забыл свой обед. О, босс, спасибо! Не трать мое драгоценное время, ничтожный доисторический человек! Поднимайся, мусор на миллион долларов! Лучше не влезай. О нет, я опоздал! А, кто вообще читает эти документы? О нет, босс! Да, запишите меня на прием к телевидению. Да, без проблем. Я всегда беру самый дорогой. В смысле я жадный? Я знаю, что хочу. Я компания на миллион долларов. Тебе лучше. Алло? Неважно. Я заплачу, чтобы он мне перезвонил. Все под контролем. А, ну же! О, нет! Где бумаги? Альхамдулилля! Чудеса! Мне не нужно это переделывать! Жалкое человеческое существо на моем пути. Время опозорить его театрально.
И раз, и два, и три, и четыре. Нет! Не стой на моем пути, двуногое существо. И раз, и два, и три, поворот. Не могли бы вы это заполнить для меня, пожалуйста? Никакого перерыва, пока не закончишь, понял? Спасибочки! А, да, босс, тут много дел. Снова дополнительная работа. Да, босс? А, мой первый сотрудник. Наконец-то ты пришел. Теперь принеси мне как обычно. Как обычно? Да, как обычно, это... я понял. Весело. Принеси мне что-нибудь попить, пустая ты башка. Освежает. Мыльных пузырей? Что-нибудь черное и то, что не даст заснуть, дурак. Вот это вас взбодрит. Это даже не то, что я... О, нет. Я падаю! Просто подай уже кофе! Боже. Ходить... 2 минуты это... Так сложно! Надо попить. Ты посмел пить мой кофе? Он стоит больше, чем твоя жалкая, бессмысленная жизнь. Хватит! С меня достаточно. Я преподам этому шариковому дезодоранту урок. О боже. Давайте принесем Боцу его особенный крепкий кофе. Пожалуйста, босс, наслаждайтесь. Пока можете. Свежий кофе. Итак, леди и джентльмены, я бы хотел показать вам что-то прекрасное и отличное. Что? Мой живот не хватит. Что происходит? О нет, она выходит. А нет, она выходит. А нет, не нужно держать. Все, не двигаться. Это будет слишком большой. Должен... Не могу. Нет, не могу. Нет! Я должен стерпеть. Пришла пора. Не могу. Сейчас взорвется. Какашка! Вот что ты получаешь, когда плохо ко мне относишься. И вот, получай! Я увольняюсь! You are not the best Muslim! О, босс, подожди!
Вау! Это лифт или комната для отдыха? Вау, босс, спасибо! Ха-ха, не проблема. Как работа? О, прекрасно, босс! Из-за вашего наставничества я смог закончить свою работу эффективно. Спасибо. Кто сделал это? Я спросил, кто сделал это? Верьте или нет? Ты сделал это. Отличная работа. Да, все работники получат повышение и бонусы. Ты заслуживаешь кубок, чемпион. Продолжай в том же духе. Спасибо, босс. А, этот кофе, он делает меня кофе саяном! Да! Я буду делать лучше и больше, босс! Я хотел бы поздравить всех с большим успехом нашей компании. Альхамдулилля, это произошло только из-за вашего усердия. Пусть Аллах наградит вас и вашу семью лучшими наградами в этой жизни и следующей. И напоследок, давайте продолжать молиться усердно и работать усердно. Какой классный лидер! Если он такой классный, то и я могу стать отличным работником. Да! Лучшие из ваших правителей те, которых любите вы и которые любят вас. You are the best Muslim! I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Каждый старается получить самые важные вещи в последние дни Рамадана. И это... Таква! Я получил ее из торгового центра Кильям! Новая футболка, новые штаны, новая обувь, новые часы! Если одежда дорогая и брендовая, она делает меня не только красивее, но еще и мужественнее, сильнее, быстрее, привлекательнее, димсом, лучше. Я люблю Идуль-Фитр, потому что у меня много денег. Пост действительно делает меня богаче. Я не покупаю бесполезные вещи. Я не обедаю, я не даю садака, я не гуляю, я не принимаю душ, я не плачу налоги, теперь у меня больше денег! Отлично! Что же мне сделать с этими деньгами? Эти деньги точно кого-нибудь обрадовали бы. Мне деньги! Эй, малыш! Тебе нужно купить таблетки от кашля. Вот, 1 цент. Что за... Что? У вас нету здравого смысла, мистер? Мне нравится Идуль-Фитр. Я нарушил свой пост! Эй, секунду, я забыл. Рамадан кончился. Теперь мы свободны! Теперь мы можем есть, что захотим! Ой, время пришло!
Я скучал по тебе. Narflix! Ого, давайте устроим киномарафон. Я люблю Айдульфитер, потому что у меня так много свободного времени. Я точно почитаю Коран попозже. Я просто сыграю одну игру. Обещаю, только одну игру. Онлайн-игры такие увлекательные. Еще одну игру без проблем, потому что сегодня... Я свободен! Давайте сыграем еще разок, люди. You are not the best Muslim. Каждый пытается заполучить самое важное в последние дни Рамадана. И это и есть таква. Таква — это состояние продолжения добрых дел, которые мы делали во время Рамадана. Это также знак, что наша ибада в Рамадан принята. Иншалла. О, Аллах, дай мне такву покрепче и позволь мне сохранить способность делать киямуляйл. О, Аллах, позволь мне полюбить сунну поста. О, Аллах, позволь мне всегда быть другом Корана. Всегда. О, Аллах, пожалуйста, дай мне возможность помочь множеству людей и много заниматься благотворительностью. Во время Рамадана вы посещаете мечеть каждый день и молитесь киямуляль каждую ночь. Вы хотите продолжить эти занятия после Рамадана, даже если это всего лишь два дополнительных ракята за ночь. Пришло время киямуляль! Вы поститесь весь месяц. И да, вы хотите продолжать поститься в течение всего года, хотя это всего на пару дней. Давайте соблюдать пост по сунне! И конечно же, поскольку Рамадан это месяц Корана, вы много читаете его днем и ночью. Когда закончится Рамадан, вы все еще поддерживаете эти отношения между священным Кораном и вами. Альхамдулилля! Теперь давайте продолжать чтение и запоминание Корана! Наши дела не должны прекращаться с окончанием Рамадана. Вместо этого мы должны продолжать, и более того, становиться все сильнее и сильнее. Потому что это признак окончательного успеха. Альфред, пожертвуй всю прибыль, которую мы получили в этом году. Да, сэр, как пожелаете. Муслим, левел ап! I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Эй, лучший, мне нужно найти выход. Поможешь, пожалуйста? Нужно ли мне помочь? Спасибо большое, лучший. Теперь будь моим рабом. Живее! Построй пирамиду для меня и моего величия! О, нет, на что же я себе подписал? Живее, мне нужно в магазин пончиков. Ого, нет. Я не собираюсь помогать этому толстому фараону. Сегодня выходной. Все 24 часа только для меня. Сегодня будет трудный день. Давайте подготовимся. Еда быстрого приготовления, чтобы быстро готовить? К
газировки для сахарной силы! Ха! Э-ба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 ! Я! Проверка звука. Раз, два, раз, два. Добро пожаловать. Я тороплюсь, потом заплачу, ладно? Пока-пока, вот мои деньги. Я ухожу! Я не могу поверить, что я снова безработный! Вот и я! Ха! Минутку. Какую консоль мне сыграть? Выбор из этих прекрасных устройств — это испытание. Ну, я ленивый, поэтому буду играть во все из них. Этот пожирающий пончики фараон! Заткнись, я занят! Я занят! О, боже мой, лучший! Наконец! Я сказал! Я занят! Вау! Сейчас, снова к играм! Зачем играть в одну? Как я могу играть в пять? Хо-хо-хо-хо-хо! Чорукен! Чорукен! Последнее комбо! Ты победил! Вау, чел! А ты хорош! Ну, в любом случае... ты не мог бы помочь мне, пожалуйста? Помочь? А вот в чем дело, я тут подумал, мог бы ты мне... Эй, лучший, что ты делаешь? Я использую Кёкин Бушино Джитсу! Вот, это мой клон, он тебе поможет. Я все еще тебя вижу, чел. У каждого уже есть своя пара рук. Зачем им нужны мои руки? Мне нужен перерыв. О, боже мой, спина! О, альхамдулилля! Деньги! Кто-нибудь поможет мне подобрать мою газету? О, нет. Нет. Не смотри на меня так, деда! Не сегодня, деда! Нет! Сынок, можешь помочь? Что за дела? Куда он делся? Вот и все. Я и моя прелесть. Мы будем играть в игры вечно. Потому что мы в покое. Ото всех! Ау! 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 Ай! Ты не лучший мусульманин. Попробуем снова. Когда вы найдете того, кому нужна ваша помощь, и вы знаете, что вы сделали ошибки в своем прошлом, подумайте о возможности помочь им, как что-то вроде посланного Богом. Аллах не спаслал это вам, как то, в чем вы отчаянно нуждались. Аллах, какое добро бы ты ни сделал, любого вида, я полный банкрот, мне это очень нужно. О Аллах, все хорошее, что ты сделал для меня, любого вида, я полностью банкрот, и мне это очень нужно. Ха-ха-ха!
Эй, лучший, мне нужно выбраться. Поможешь, пожалуйста? О, слава богу, лучший! У меня уже кончили все запасы. О, чел! Я чуть не умер в этом месте. Спасибо за то, что спас меня. Альхамдулилля. Был рад помочь, бро. Давай поедим вкусной еды, брат. У меня есть новый рецепт. Вау, он просто блистателен. Что это за теплое чувство в моем сердце? Теперь я хочу помогать людям. Лучший, это твоя истинная сила. Дело не только в твоих собственных силах. В тебе есть что-то еще, брат. Спасибо за то, что научил меня программировать, брат. Действительно помог. Альхамдулилля, ты этого не создаешь, но... На самом деле, это ты помог мне, брат. Ты освежил мне мою память. Не только потому, что ты любишь помогать. Но самое главное, ты делаешь это ради Аллаха. Ты побуждаешь меня помогать людям, бро! О, спасибо, молодой человек! О, что это за чувство? Альхамдулилля, не за что, дедуля. Пусть Аллах всегда оказывает вам помощь, счастье и баракят в вашей жизни. Что это за доброта? Я никогда раньше не испытывал такой доброты. Это прекрасная дуа. Оно пронзает мое тело и душу. Я хочу помогать людям. Давайте сделаем этот мир лучше. Уровень мусульманина повышен. Самые любимые люди у Аллаха – это те, кто приносит наибольшую пользу людям. Самое любимое дело для Аллаха состоит в том, чтобы сделать мусульманина счастливым, или в том, чтобы устранить одну из его проблем, или простить его долг, или утолить его голод. Ты лучший мусульманин! I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Что ж, пришло время немного убраться. Итак, приступим! Дзюцу скорости! Что это за тяжелая штука? Детские воспоминания? Чувак, это круто! Посмотрим, что внутри. Вау! Это моя любимая футболка! Лимитированная серия футболок Alien Worksun, подписанная инопланетянином! А, это навевает так много воспоминаний! Вау! Настоящий инопланетянин! Это лучший день моей жизни! Я буду носить ее вечно! Я скучаю по тем дням. Но ненадолго. Ха! Примерю-ка я футболку еще разок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Снимаю футболку и штаны. Да, до сих пор сидит идеально. О, время намаза. О, только 3 человека в мечети? Где же имам? Однозначно не он. О, хорошая синхронизация сна. Я должен украсть их силу. Нет, не имам.
Хорошо, мне нужно сделать шаг вперед. Я буду вашим имамом. Я убью, точнее, спасу вас всех. Я смогу это сделать. Встаньте в ряд, парни. Аллаху Акбар. Глаза Горгоны Медузы! А это твой жди! Отдел памяти. Нас атакуют! Быстрее! Защитить основные воспоминания! О нет! Мы забыли наше имя! Живая змея копилка! Мне так... Вот там с водичкой! Ассаламу алейкум ва рахматулла. Ну, как вам? Хороша ли я имам? Где же... какой грубый джамат! Он просто взял и ушел во время намаза! Ты не лучший мусульманин! Когда мы встаем на молитву, мы встречаемся с нашим Господом. Это собрание, на котором все мы являемся рабами и низшими существами. Ведь мы действительно ничтожны перед Господом мира, величайшим и всемогущим. Поэтому мы должны появиться перед Ним в самом лучшем и красивом виде. Мы должны носить самую лучшую одежду, как будто встречаем кого-то важного. Уровень мусульманина повышен! О, сыны Адама, одевайте свои красивые одежды, где бы вы ни молились. Ты лучший мусульманин! I'm the best Muslim. Я принц воров, Робин Гуд. Я ворую у богатых и даю бедным. Мой сын бедный. Моя дочь бедная. Моя жена бедная. Я бедный! Довольно! Теперь дай мне свои деньги! Да! Я расскажу своему папе! Толстячок, а у меня вопрос. Что? Думаешь, это правильно воровать деньги у богатых злодеев и отдавать их бедным? Ну, конечно же. Какой глупый вопрос. Это не проблема. Мы должны украсть не только деньги. Нам также нужно украсть каждую живую клетку в их руках. Незаметно.
чтобы когда они проснулись, их руки исчезли! Пухляш, а как мы можем украсть клетку? Это ж клетка! Это не конфеты, которые валяются на полу? Наказав коррупционера! Мы поможем полиции и беднякам! Это сделает всех счастливыми! Вот что для нас хочет наша религия! Счастье для всех! Подарить счастье воровством? Есть ли у тебя какое-то основание в нашей религии для этого? Ха, конечно! Конечно! Робин Гуд! Робин из Гуд! Переводится «грабить — это хорошо». Грабить — это хорошо. Понимаешь? А? А? Видишь? Так ли это? А, блин, телевизор сломался. Ты можешь починить мой телевизор, Пухляш? Ха, не волнуйся, приятель. Это будет легко. Ха-ха. Кю-ту. Уже починился? Немножко. Какой озорной телевизор! Ага, уже лучше. Давай, еще немножко. Мой телек сломан. Ты не лучший мусульманин. Попробуем снова. Пухляш, ты не мог бы починить мой телевизор? Конечно! Оставь это специалисту! Бисмилля. Ассаламу алейкум, лучший. Ты же эксперт по электронике, верно? Что ж, у нас тут телевизор на руках. Ты не мог бы прийти, лучший? А, валейкум ассалам вархматуллахи ва баракатух, Пухляш. Конечно же, мне больше нечего делать. Не волнуйся, дай мне проверить. Это вредно для моего мозга. О, это старый телевизор. Очень старый телевизор. Но у него есть функция слайд-картинки, бро. Так что вам просто нужно повернуть вот эту кнопку. И... та-да! Альхамдулилля, этот старый телевизор можно легко настроить. Вы можете это сделать сами, только не бей его, ладно? Это так просто? Хорошо, что я принял правильное решение и обратился к специалисту. Ну, что еще тебе нужно, чтобы я починил, братан? Эй, я хочу задать религиозный вопрос, лучший. Расслабься. Я знаю эксперта по вашему вопросу. Вперед, к мечети! Поехали! Для того, чтобы деяние было принято Аллахом, есть два важных условия. Во-первых, искренность. Во-вторых, выполнение действия в соответствии с тем, как это делал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, когда мы совершаем какое-либо действие, важно спросить себя, правильно ли я это делаю? Искренен ли я в своем поступке? Таким образом, мы не можем просто совершить такие действия, как воровство, даже если наша цель — помочь другим людям. Уровень мусульманина повышен! Ты лучший мусульманин! Спроси у знающих людей, если ты не знаешь.
I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. Я принц воров, Робин Гуд. Я ворую у богатых и даю бедным. Мой сын бедный. Моя дочь бедная. Моя жена бедная. Я бедный! Довольно! Теперь дай мне свои деньги! Скажу своему папе! Толстячок, а у меня вопрос. Что? Думаешь, это правильно воровать деньги у богатых злодеев и отдавать их бедным? Ну конечно же! Какой глупый вопрос! Это не проблема! Мы должны украсть не только деньги. Нам также нужно украсть каждую живую клетку в их руках незаметно, чтобы когда они проснулись, их руки исчезли! Пухляш, а как мы можем украсть клетку? Это ж клетка! Это не конфеты, которые валяются на полу? Наказав коррупционера! Мы поможем полиции и беднякам! Это сделает всех счастливыми. Вот что для нас хочет наша религия. Счастье для всех. Подарить счастье воровством? Есть ли у тебя какое-то основание в нашей религии для этого? Ха, конечно! Конечно. Робин Гуд. Робин из Гуд. Переводится «грабить это хорошо». Грабить это хорошо. Понимаешь? А? Видишь? Так ли это? Блин, телевизор сломался. Ты можешь починить мой телевизор, Пухляш? Не волнуйся, приятель. Это будет легко. Тю-тю. Уже починился? Немножко. Какой озорной телевизор! Ага, уже лучше. Давай, еще немножко. Мой телек сломан. Ты не лучший мусульманин. Попробуем снова. Пухляш, ты не мог бы починить мой телевизор? Конечно! Оставь это специалисту! Бисмилля. Ассаламу алейкум, лучший. Ты же эксперт по электронике, верно? Что ж, у нас тут телевизор на руках. Ты не мог бы прийти, лучший? Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух, Пухляш. Конечно же, мне больше нечего делать. Не волнуйся, дай мне проверить. Это вредно для моего мозга. О, это старый телевизор. Очень старый телевизор. Но у него есть функция слайд картинки, бро.
Так что вам просто нужно повернуть вот эту кнопку. И... та-да! Альхамдулилля, этот старый телевизор можно легко настроить. Вы можете это сделать сами. Только не бей его, ладно? Это так просто? Хорошо, что я принял правильное решение и обратился к специалисту. Ну, что еще тебе нужно, чтобы я починил, братан? Я хочу задать религиозный вопрос, лучший. Расслабься. Я знаю эксперта по вашему вопросу. Вперед, к мечети! Поехали! Для того, чтобы деяние было принято Аллахом, есть два важных условия. Во-первых, искренность. Во-вторых, выполнение действия в соответствии с тем, как это делал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, когда мы совершаем какое-либо действие, важно спросить себя, правильно ли я это делаю? Искренен ли я в своем поступке? Таким образом, мы не можем просто совершить такие действия, как воровство, даже если наша цель — помочь другим людям. Уровень мусульманина повышен! Ты лучший мусульманин! Спроси у знающих людей, если ты не знаешь. I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. PS5 победит войну с Xbox'ом! У нас есть бог войны! Посмотрите на этого нуба! Он говорит, что PS лучше Xbox'а! Алло! Мастер Чиф разорвет твою низшую консоль, дурак! Эй, пузатый! Смотри! У меня Xbox! Вау! Теперь ты за нас? Ему место в мусорке! Нандате! Лучший мусульманин, как ты посмел? Он однозначно лучше, чем твой PlayStation! Ты не попадешь в рай! Погоди! Как ты смеешь говорить это лучшему мусульманину? Глупец! Ты даже не понимаешь, что разговариваешь с лучшим пользователем Xbox! Тебе не одолеть меня! Я одолею тебя силой, плей шайтан! Давай драться! Нападай! Эй, чел, стоп! Будь лучшим человеком, бро. Эта жизнь полна любви. Не трать ее впустую на ссоры из-за пустяков. Пусть тривиальное останется тривиальным. Так же, как и мы выковыриваем козявку и прячем ее под стол. Неважно, какую консоль мы используем. Мы социальные люди. Мы нужны друг другу, чтобы дополнять друг друга, покупать их продукцию и делать их богатыми, в то время как они делают нас бедными. Нам всем нужно уважать мнение друг друга, чуваки. В конце концов, мнение не делает человека лучше. Мнение — это мнение. Прямо как лук. Это просто лук. Он может вонять, но только тогда, когда открываешь рот.
Врубаешься, чел? Вау. Невероятно. Я ничего не понял, но это звучало прекрасно. Да. Я чуть не расплакался. Теперь давайте научим мир с моим новым блестящим Самсунгом. Я только что понял, насколько ты крут, чувак. Чему ты учишь? Вот. Смотрите, ребята, я получил Apple от своей мамы, и это потрясающе! Я бы никогда больше не попросил ни о каком другом телефоне, потому что это лучший телефон, черт возьми, да! X-Lol, DT, смайлик, 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 ха-ха! Твой телефон отстай! Твоя семья отстай! Ты отстай! Яблоко, это фрукт! Samsung рулит! А как же быть лучшим человеком? Эй, в чем дело? Он же всего лишь ребенок. Он такой грубый! Боже мой, что произошло? Как он посмел оскорблять мой Apple? А как же я, мама? Заткнись! Я с ним разберусь! Неразумный, непривлекательный, бедное существо с медленным развитием мозга! Может быть, он имитирует свой дурацкий телефон! Братан, что случилось? Не о чем беспокоиться, чувак! Ты уверен, братан? Да. Почему в небе ракеты? Я мертв. У меня счетчик телефонов по всей стране. И однозначно, людям не нравится Apple, потому что... это отстой! Вкус. Остальные тупые и просто прямо как ты. Ты не заслуживаешь разговора с человеческой стороной меня. Ты заслуживаешь только того, чтобы говорить с моей животной стороной. Почему у него интеллект как у ребенка? Я буду говорить на языке детей, чтобы ты мог понять. Ты не лучший мусульманин! Попробуем еще раз. PS5 победит консольную войну с Xbox'ом! У нас есть бог войны! Бухляш, ты в порядке? Оу, я понимаю.
Ну, знаешь что, братан, оставь это в покое. Ты знаешь, что говорил наш пророк. Говори благое или молчи. Этот урод должен сказать что-то плохое! Очень, очень плохое! Промолчи. Да. Я смогу это сделать. Промолчать! Не нужно прекратить спорить про консоли. Да прибудет с вами ПК-платформа. Чтобы мы могли делать больше полезных вещей в этом мире. Окей, с этих пор я буду говорить благое или молчать. Ха-ха, я буду следовать за пророком и стану лучшим мусульманином, йоу. Время пришло. Ладно, я ухожу на пенсию как профессиональный интернет-тролль. Теперь, давайте проверим социальные медиа. Я не могу поверить, сколько времени я потратил на социальные сети! Всего 42 секунды! После публикации чего-то мудрого и полезного, мне больше нечего делать! Большую часть своего времени я проводил в дебатах в социальных сетях, даже во сне! Что мне теперь делать? Что мне делать со своим временем? Я знаю! Я собираюсь потратить свое время на создание космического корабля на Марс! Поступают невероятные новости! Да, это важный момент для человечества! Никто в мире не догадался бы, что этот космический челнок на Марс будет построен самим доктором Панком! Будем надеяться, что на Марсе нас ждут новые открытия! Давайте начнем обратный отсчет! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Зажигание! Уровень мусульманина повышен! Прошу прощения, у меня сегодня немного болит горло. Ты лучший мусульманин! Переведено и озвучено Амиром Нуриевым. Ставьте лайки и пишите комментарии для поддержки канала. Всем спасибо! I'm the best Muslim. I'm the best Muslim. Yes, I am. После всех тех физических тренировок, которые я проделал, я мог поднимать любые тяжелые предметы, которые были в моих руках. Я смог вытерпеть любую боль. И обрел способность легко побеждать всех одним ударом. Абсолютный удар! Я был непобедим, но сейчас я лежу здесь, побежденный и униженный. Итак, это чувство, которое я ищу. Скажи мне, как ты стал таким сильным? Ты точно хочешь знать, не так ли? Скажи мне. Ты точно хочешь знать? Да. Ты очень хочешь знать? Не тяни уже! Хорошо, попробуй поднять этот кусок ткани. Лучший. Должно быть, ты шутишь, верно?
Ты недооцениваешь мою мать! А, что? Почему? Почему я не могу поднять этот кусок ткани с моего тела? Что это? Что ж, без правильного ума и намерения, ты не сможешь поднять это одеяло утренней молитвы. Одеяло утренней молитвы? В этом и есть секрет твоей силы. Динг-динг-динг-динг-динг-динг. Именно так. Но это только начало. И это самая легкая часть. По сравнению с некоторыми другими тренировками. Нани? Есть еще более сложная тренировка, чем эта? Если ты точно хочешь стать сильным, придерживайся этой супер-пупер потрясающей интенсивной программы. Слушай внимательно. Подними свое одеяло перед фаджром. Сделай идеальное омовение. Надень свою лучшую одежду. А потом иди помолись. В мечети. Что? В мечеть? Это будет очень тяжело. Но я сделаю это. Я хочу стать сильнее. Это не все, Панк. После фаджр намаза, помни. 4 ракеты Зухур. 4 ракеты Аср. 3 ракеты Магриб. 4 ракеты Иша. Именно так. В мечети. Каждый божий день. Вот что нужно сделать, чтобы стать самым лучшим мусульманином. Что? Окей. Я стану лучшим мусульманином. Миллионы мусульман потерпели поражение под властью одеяла Фаджр. Лишь немногие могли сопротивляться их объятиям. Но Панк знал, что только в самой темной глубине Фаджра действительно сияет сила мусульманина. И в этот момент Панк понял смысл своей жизни. Как слуга Всевышнего, он преодолеет любые препятствия на своем пути, чтобы отправиться в мечеть и подняться, чтобы стать лучшим мусульманином. Сегодня я буду лучшим мусульманином! И пойду в мечеть! Уровень мусульманина повышен! Передай радостную весть тем, кто идет в мечеть в темноте. Ибо им будет дан полный свет в день воскресения. Ты лучший мусульманин! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и отправляйте видео своим друзьям. Теперь моя очередь стать лучшим мусульманином. До мозга костей. Это хардкор. Я лучший мусульманин. Я лучший мусульманин. Я лучший мусульманин. Еще чуть-чуть. И тогда я смогу вздремнуть. Помыть ложку, вилку, пульт от телевизора, подушку, полотенце, айпад, кошку. Мне нужна помощь. Сынок! Я лучший мусульманин! Да, это я! Позволь сказать мне тебе, братан, как у лучшего мусульманина, у меня больше нет времени смотреть фильмы. Но это как Лига Справедливости против Мстителей. Что? Как Том против Джерри. А-а-а.
Еще так много дел. Сначала готовка, потом сон. Стаферла! Это как Мухаммед Али против Гоку. О, сынок, я так рада, что ты здесь. Мне нужна твоя помощь. Думаю, у меня есть время для того, чтобы сходить на самый важный фильм всех времен и при этом оставаться самым лучшим мусульманином. Let's go! Прости, мама, я занят. Занят? Желтый рис, рад тебя видеть. Поскорее бы увидеть его лицо, когда он попробует это вкусное блюдо. Бон аппетит. Мама, мне нужно идти, я поем кино. До свидания, мама. Ассаламу алейкум. Поешь в кино? Сюрприз! С днем матери! Что ты сказал? С днем матери? И ты даешь мне веник? Сегодня мрачный день матери. Извини, мама. Ты не лучший мусульманин. Попробуем снова. Сынок. Мне нужно проверить маму. Ей нужна моя помощь. Готово! Альхамдулилля! Спасибо, мой маленький герой! I'll be back. Расслабляет. О, моя любимая еда! Спасибо, мамочка! Пожалуйста, наслаждайся! Бисмилля! Просто райское наслаждение! Сынок, спасибо за помощь сегодня! Ты был хорошим мальчиком, машалла! Мама! Я не буду помогать тебе только сегодня. Я буду помогать тебе каждый день. Для меня каждый день это день матери. Даже если я буду помогать тебе всю свою жизнь, этого будет недостаточно, чтобы вернуть тебе то, что ты мне дала. О, моя прекрасная мама. О, альхамдулилля. Уровень мусульманина повышен. Ты лучший мусульманин!
всем большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и отправляйте видео своим друзьям. Стоп! Эй, малыш, у тебя есть деньги? Да, $10. Отлично. Давай-ка их сюда, а не то. Ассаламу алейкум, малыш, пойдем учить Коран. Ну, конечно. Иди, давай, и учи Коран. Не надо, спасибо, малыш. Давай-ка лучше я продам свою почку и дам тебе денег на твое образование. Ты не лучший мусульманин. Попробуем снова. Стоп! Эй, малыш, можешь научить меня читать Коран? Конечно, нет проблем, дядя. Хорошо, дядя, ты знаешь, что это за буква? О чем речь, конечно. Это очень просто. Все знают, что это за буква, верно? Да, братан? Это буква... Да? Извините, какая буква, дядя? Да, это... Да? Да, ты прав, дядя, это буква БА. Ты молодец. Дядя, ты знаешь, мы можем учиться, используя интернет. У меня есть очень крутое видео. Смотри. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Изучайте таджид легким путем. Вау. Потрясно! Но не забывайте, нам также нужно учиться у настоящего учителя. Ассаламу алейкум, ученики. Я уверен, вы будете рады узнать больше. Запомните, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, лучшие среди вас это те, кто изучает Коран и обучает ему. Вау! Я могу стать лучшим мусульманином? Хорошо. Сделаем это. Уровень мусульманина повышен. Лучшие среди вас это те, кто изучает Коран и обучает ему. Ты лучший мусульманин! I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Бэтмен снова ворует? Это непростительно! Я должен положить этому конец! Пухляш, пойдем в мечеть. Им нужна наша помощь. Нет, мне нужно тренироваться, чтобы стать сильнее. Сразись со мной, лучший. Если сможешь меня победить, я пойду с тобой в мечеть.
90% битвы происходит у нас в голове. Я воспользуюсь своей абсолютной силой, которой никогда не пользовался. Сила моего разума. Давай, сделай кусь, сделай меня героем. Мамочка. Пухляш, идем в мечеть. Я пойду в мечеть позже. Пухляш, идем в мечеть. Зацени мою супергеройскую броню, лучший. С этим я смог бы бороться с Бэтменом. Ух ты, круто! Ты можешь летать, Пухляш? Ты только присмотрись, я теперь силен. Я начну с 1% моей силы. 3, 2. Да, то, что я и ожидала. Ты истекаешь кровью? Не-не-не-не, это масло из джетпака, я в порядке. У тебя во рту. О, это, не парься, это только что-то красное из моего рта, ничего важного. Не беспокойся. Лохома фирлохувар. Эй, я еще не мертв! Отлично! Пойдем в мечеть, бро! Я не хочу идти! Я хочу стать супергероем! Ты не лучший мусульманин! Попробуем снова. Знаешь что? Если ты пойдешь со мной в мечеть, ты сразу же станешь супергероем! Мечеть крайне важна в нашей жизни и в нашем обществе. Мечеть укрепляет и поддерживает нашу веру. Это весна для нашего разума и сердца. Это убежище для потерянных и разбитых душ. Это место мудрости, безопасности и силы. Вау! Когда ты так объясняешь, мечеть звучит так круто! Мечеть всегда крутая, Пухляш. Ведь это дом Аллаха. Пухляш, что вы здесь делаете, босс? Я знаю, у тебя есть способности, но я пока не знаю, какие они. Что ж, мои способности включают в себя фальшивое пение, неумеренный крик, еду во время бега и самый мощный навык из всех — дыхание. Дыхание. Прости, Пухляш, я думал, ты увернешься. Как насчет этого? Так-то лучше. Что ж, быстрый как флэш? Не совсем. Я, наверное, как кунг-фу панда. Дай мне еду, и я сделаю все, что угодно. Пухляш, мы собираем команду героев. Тебе даже не нужна суперспособность. Люди могут стать героями с маленьким, самым простым поступком. Тебе просто нужно желание помочь нуждающимся. Я набираю людей в мечеть. Каждый может использовать свои особые навыки, чтобы помочь друг другу. Открыв разум и сердце, вы узнаете, что можете стать супергероем. О-о-о.
Я в деле! С чего начнем, лучший? Итак, наш первый шаг — монтаж! His honor, so glorious, peacefully full of love, made up of brilliant shining stars in the sky. A spirit of light lodged in his body like the moon. He was the light and brilliance we follow. He was the light and brilliance we follow. Ты лучший мусульманин! Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. I'm the best Muslim, I'm the best Muslim, yes I am. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين. Возьми это, Панк. Это решит все твои проблемы. И ты будешь счастлив прямо сейчас. И после этого проблемы просто вернутся, да? Спасибо, но я воздержусь. Я не хочу убегать от своей проблемы. Но в любом случае, спасибо, чувак. Давай, Панк. Тебе это нужно. Что за? Нам нужно стать лучшими мусульманами, чтобы увидеть пророка. Лучший? Да. Хорошо! Выбей и присоединяйся ко мне! Как ты смеешь отвергать мой подарок? Ты пока свободен, но я вернусь. Давайте злиться! Не злись. Лучший? Помни, чему учил нас пророк. Ты прав, лучший. Я прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана. Нет, только не снова! Ассаламу алейкум ва рахматулла. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Ты уже приглашал их тысячи раз, но они никогда не приходили.
Ты им не нужен, лучший мусульманин. Просто сдайся! Давай! Сдавайся! Нет, я не сдамся! Я делаю это ради Аллаха! Нет! Ха-ха-ха! Извини, лучший, я опоздал! Получай! Хватит! Остановите! Прекратите это! Ты молодец, лучший! За один год мечеть уже стала полной! Хорошая работа, лучший! Отлично постарался! Ты действительно лучший мусульманин! Что-то не так. Почему? Мы знаем, мы не можем атаковать тебя обычными способами, лучший. Поэтому я использовал специальный прием. Похвала — это сладкий яд. Она легко отравляет доброе намерение и превращает его в корыстное. Твоя слепая душа начинает слабеть и хотеть похвалы. Тебе это так нравится, что ты начинаешь жаждать этого. Нет, этого не может быть. А теперь будь худшим мусульманином и умри. Сбился с пути, лучший. Все твои дела пропали даром. О, Аллах, ты Господь мой, и нет достойного поклонения, кроме тебя. Ты создал меня, а я твой раб. Я буду хранить верность тебе, пока у меня хватит сил. Прибегая к тебе от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную тобой мне, и признаю грех свой. Прости же меня, ибо поистине никто не прощает грехов, кроме тебя. Я Аллах. Очисти наши сердца. Что это? В чем дело? Нет, невозможно! Сердце очищается! Я
я Аллах. Помоги мне помнить Тебя. Благодарю Тебя и поклоняюсь Тебе наилучшим образом. Сделай нас лучшими мусульманами, какими мы можем быть. Следуя по пути нашего посланника, мы следуем за светом и сиянием. Вся хвала и благодарность одному лишь Аллаху. Что происходит? Что это за свет? Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами. Любит Аллаха и его посланника больше, чем все остальное. Любит того или иного человека только ради Аллаха. И не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Меня зовут Арфиан Асафат, и я создатель сериала «I'm the best Muslim». Позвольте мне представить вам команду, которая сделала возможным этот сериал с разрешения Аллаха. Всех братьев, которые работают с большой заботой, любовью и преданностью. Ребята? Ассаламу алейкум. 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 И если вы считаете, что этот сериал важен для вас, пожалуйста, молитесь за нас. И делитесь нашими видео с друзьями, ведь многим это может быть полезно. Не забывайте, вы также можете оказать нам большую поддержку, пожертвовав средства по ссылке в описании. Увидимся в третьем сезоне, иншааллах. Пусть Аллах даст вам лучшую награду. Салам. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран. За поддержку. За поддержку. За поддержку. Ассаламу алейкум, лучший. Готов к приключениям. Машаллах, дорогие подписчики, второй сезон подошел к концу. За последнее время возникало много препятствий, иногда возникали технические проблемы, порой я не находил сил и желания продолжать перевод, и приходилось напоминать себе, зачем я это делаю. Но я рад, что мы справились. Должен предупредить, на канале будет больше образовательных роликов, лучший мусульманин будет выходить реже, чем обычно. Ладно, а теперь до следующего раза. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. So glorious, peacefully full of love, made up of brilliant shining stars in the sky. A spirit of light lodged in his body like the moon. He was the light and brilliance we follow. He was the light and brilliance we follow. Эпизод 1. Как одолжить деньги у своих друзей. Ого! Лучший! А ты сегодня намного красивее? Нет. О, да ладно, я просто хочу сделать тебе массаж. О, какие большие, сильные мышцы! О-хо-хо-хо! А, нет, ни за что! Давай-ка я приберусь в твоем доме, чтобы тут было как в раю на земле, окей? А, нет! А, я сделаю это сам позже!
Что? Поставь это на место! Ничего не убирай! И не готовь, и не мой, и не чини крышу! Просто держись подальше! Ага, не волнуйся, лучший. Мусульмане должны помогать друг другу. Что? О-хо-хо, я знаю, о чем ты думаешь. Я вижу сквозь твою голову, твой разум, твое нутро. А, да, твое лицо похоже на пустую коробку для пожертвований в мечети. И я не куплюсь на это. А, ну давай, лучший. Мне всего лишь нужно $100. О, еще чего? Ну брось, ты же лучший мусульманин. Ты богатый, красивый. Для тебя это мелочь, верно? Ты просто сидишь возле своего компьютера и... абракадабра! К тебе текут деньги, бро. Лучше следи за языком, панк! Это не абракадабра. Никогда ей не было. В отличие от тебя, безработного, кстати. Мне платят за мою тяжелую и самоотверженную работу. В отличие от тебя, настолько безработного, что тебе нужно просить мои деньги. Устройся на работу! Что ж, вот значит как, да? Я не ожидал, что это произойдет. Ты заставляешь сделать меня это лучшей. Если иначе никак... А что ты делаешь? Значит, мне придется... Панк, не приближайся. Разбираться иначе. Пожалуйста! Отпусти меня, Плакса! Не одолжи мне деньги! Я новые кроссовки! Я не могу без них жить! Нет, отцепись уже! А! Руки прочь! Ты же хочешь следовать за Расулуллах, не так ли? Ты хочешь облегчить мне мои страдания, да? Это слова Расулуллах! Ты слышишь? Расулуллах! Пожалуйста, лучший! Одолжи мне денег! Хорошо, 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 окей, окей, окей! Прекрати тянуть мои штаны, панк! Дай мне взять мой кошелек, подожди уже! Хорошо, капитан! Блин, он хуже некоторых сборщиков долгов! Бро, обещай мне их вернуть в следующем месяце! В следующем месяце! А, хорошо, хорошо! Ты, правда, лучший мусульманин! И-ха! Один месяц спустя. Несколько месяцев спустя. Ассаламу алейкум, лучший! Вау! Лучший занят, как пчела! Этот мальчишка... Он притворяется или что? С тебя сотка. Программируешь? Что ты делаешь, лучший? Хардкорную игру. 100 способов получить $100! Он все еще помнит про деньги, хотя я специально тянул с этим. Нужно было подождать 3 месяца. Наверное, 2 года, так как он умный парень. А лучше, наверное, 3 года до тех пор, пока я вернусь. Ты там сам с собой разговариваешь? Что это за долгая тишина? Мы что, в комиксе? Да, понимаешь, просто тут такое дело лучше. Я забыл. Закрой рот! Мне очень жаль, лучший. Но, понимаешь, у меня сейчас совсем нет денег. У моей семьи трудности. Вау! Что? Что? Я не могу поверить, что ты это сказал. Я тебе не верю. А? Что это? Ну, что же это? Новый телефон! Окей. А это? О, это! Новая обувь! О, да! А это? Откуда у тебя на это деньги? А? Откуда же? Панк! Где мои деньги?
Хорошо, лучший! Хорошо, хорошо. Ладно. Я верну тебе деньги. Все, без остатка. Я беру деньги из кошелька. Затем я открываю кошелек. Потом я открываю замок. Вот, вот, вот. Сначала я открою замок. Кошелек открыт. Теперь я возвращаю деньги. Возвращаю деньги. Ну, шери. А, не поясничай. Наконец-то я вернул свои деньги. Что это такое? Банк! Ты не лучший мусульманин. Попробуем снова. Привет, лучший. Тут такое дело. Могу ли я одолжить у тебя немного денег? Пожалуйста. Понимаешь, мне они сейчас очень нужны для нужных вещей и всего такое. Но я обещаю, я верну тебе их в следующем месяце. Да, точно, в следующем месяце. Обещаю. Понимаешь, у меня завтра начинается работа, а это дополнительные растраты, так что... Сколько тебе нужно, бро? Около $100. Сотня долларов? Под конец этого месяца? Итак, $100, да? Фу, этот панк такой проблемный. Он знает, что лучший кормилец. Он ни за что не должен ему деньги. О, невозможно! Эй, лучший думает, стоит ли ему одалживать деньги? А, я знаю. Он думает о том, как бы не разбить панку сердце. У меня ровно $100 в кошельке. Нани! Ты одолжишь ему деньги, лучший? Но тебе очень нужны деньги, лучший. Каждый раз люди стоят перед выбором. Это может либо повысить, либо понизить их ценность. В этот самый момент самое лучшее — это пройти испытание. Кажется, что время течет медленнее. Он думает о всех тех обязанностях, которые на нем лежат. Он борется со своими собственными мыслями вместе с миллионами причин — хороших и плохих. Однако его разум пребывает в покое, ибо он помнит совет. Совет от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Бро! Он улыбается! Вот, бро, $100. Бери. Лучший? Спасибо! Как ты можешь быть таким спокойным? Ничего сложного, бро. Я помню слова Расулулла. Тот, кто освобождает мусульманина от бремени этого мира, того Аллах избавит от его бремени, от бремени в судный день. Ого! Лучший! Йоу, панк! Используй мою машину! Вот! Одолжи, если тебе нужно, хорошо? О, эй, эй, вот, вот! Возьми мой кошелек! Возьми все, что тебе нужно! Одолжи мои деньги! Одолжи же! Пожалуйста! О, спасибо вам, парни! Уровень мусульманина повышен! Ты лучший мусульманин! Перевел и озвучил Амир Нуриев. Пожалуйста, дорогие подписчики, ставьте лайки, пишите комментарии и самое главное, делитесь видео с друзьями. Спасибо вам. Ассаламу алейкум.